костер на снегу бы. Прыгай. Никому. А вот это тогда снимаем. Зрителям буду показывать. Каким? На Ютубе. Thank you.
пионерский. Это у самого моря. Кафешки. Это считай этот приговор. Да. Я тоже слышала, как делала, потом, мы когда там побывали, придут, сядут, и это делают. Интересно, трасса прямо возле моря проходит. Кёнигсбекер. Какая-то фиш. Если будет холодно, значит мы оденем теплые куртки с капюшонами. Если будет холодно, чтобы... Да. Нет, у меня есть, но она одевается у меня как куртка. Привет всем! Всех с праздником, с 1 мая. Сегодня мы, чуть-чуть, как сказать, поужинали, нет, пообедали. Шашлык пожарили. Как всегда, Кристина, семья, я, семья и родители. Вот так вот. Посидели, только что отвезла Кристину. Сашей и Фильсанычем домой, что-то солнышко меня прям в глаз. Куда бы зайти? Нормально так посидели, погрилили, покушали. Вот, хорошо провели время. Все, а сейчас надо детей. Уже подходит дело к вечеру, надо детей купать, собирать. Сумки собирать, завтра школа. Вот. Завтра мне с утра в больницу пойду с Викторией, потому что у нее вот так и не проходят ее красные щечки. Вот, посмотрим, куда нас направят. А после обеда, как всегда, у нас занятия с Алисой. Все как обычно, все идет своим чередом. Хотела вам показать
клубнику еще раз. Ну, как вы видели, вот эти две большие папа сделал, посадили. И вот еще две сделал. Сделал только сегодня с утра. И у меня как бы еще не было времени посадить клубнику. Буду это, наверное, завтра делать. Когда-нибудь успею между делом, быстро посажу клубничку. И итого у нас будет 7. Вот. Да, вы сказали верно. Это как черемша? Я всегда забываю. Делали мы уже салат с нее. Вареные яйца, черемша и майонез. Вот так вот. А, еще я чуть-чуть пересолила. И я это все спасла свежим огурцом. Свежий огурец добавила, было вкусно и не солено. Вот. Вот мы убирались, как вы видели, зарочка тут. Деревья нам все побелило, как говорится. Все теперь убрано. Трава скошена. А, еще вчера мы с Виктором тут, как называется, по-моему, ежевика. Дали ежевику. 3 кустика, не кустика, а веточки, скажем так. 3 веточки. И вот посадили. Ну, сейчас может кто-то скажет, что неправильно посадили, не туда. Ну, можем в будущем пересадить. Вот веточка одна. Там вот одна веточка. И тут пока. Ой, не знаем, куда посадить. Пока так. Пускай. Я знаю, что она разрастается, и потом она кидает ветви. Но это я уже знала после того, как я это посадила. Мама, самое главное, сказала нам это после того, как мы посадили. А я-то не знала, к сожалению, что она вот так вот кидает ветви. Ну, или усики, или как называется-то. Ну, ладно. Посмотрим, куда мы ее пересадим. А если нет, как мы это, эти усики, как мы будем делать так, чтобы они как-то оставались тут. То ли какие-нибудь, может, дуги поставим и по этим дугам, чтобы как-то все это плелось. Короче, это все в будущем. Самое главное, что посадили и все. Тут у нас лучок уже подходит. Мама посадила лучок. Вот. Вот такие вот дела у нас на сегодняшний день. Так что этот ролик закончу. И увидимся уже в следующем ролике. Пока-пока. До новых встреч.